Друзья, всем привет! Языковой Чингирвал, сегодня 2 ноября. О, зима пришла. Дома тепло стало. Знаете, я что подумал? Вот Мухтар Аблязов говорит, что каждый, кто придет на митинг, получит 5 миллионов тенге. Это же тема. Алматинские ребята всегда мне говорили, там в теме, не в теме, ты в теме. Вот тема это такое понимание моего слова, зарабатывание денег. И за один день ты заработаешь 5 миллионов тенге, если 20 ноября пойдешь в Акимат не голосовать, а в Акимат, например, городу Уральск или Алматы, заснимешь себя на видео в 12 часов дня или во сколько там надо прийти себя там, что ты пришел на прием к Акиму. За это видео тебе дадут 5 миллионов. Ну, тебе туда не дадут пройти, потому что там будет полицейский стоять. Вот задача какая, в Акимат попасть. А полицейские, если вас пропустят туда, они заработают 25 миллионов тенге. Это вообще тема, да? И для полицейских, и для народа. За один день заработать 5 миллионов тенге. Алга, Казахстан, это вообще супер тема. Бизнес. За один день 5 миллионов тенге. Хороший бизнес можно. Конечно, нужно для этого рискнуть. Своей жизнью за 5 миллионов. Ради своей родины, Казахстан. Если повезет, если полицейские все будут с нами, перейдут на сторону народа, тогда ты заработал 5 миллионов тенге. 100%. Все, всем пока.